Всем привет, это Туманов Плей, с вами я, Владимир, и мы играем в GTA 5. Все, братан, выходим. Выходим на улицу, берем тачку. И поехали на задание, короче, у нас вон есть задание, погнали. А, кстати, еще мне кто-то смс-ку скидывал, мне надо прочитать. Ламар пишет, дружбан Стрэч выходит на свободу. Стрэч, отсидел свое, мы тебе звякнем, чел, хорошо. Давай я сам позвоню тебе. Ламар. Это автоответчик, чуваки, с длинным хером. Говорите. Ха-ха. Ты, блин, автоответчик. Давай садись быстрее, поехали. Тачка цела, все нормально. Хоть в тот раз я и гонял на ней непонятно как. Да куда ты рулишь-то, а? Стопэ! Блин, только выехал, уже натворил делов. Так, погнали на задание, вон где Бакс торчит, туда и поедем. Туда и поедем, а куда еще нам ехать больше тут? Больше-то некуда, поставил свое корыто, блин. Понаберут, блин, ведро с болтами, а? Автотазики какие-то тут. Не то, что у меня машина, да? Вот так вот, ребята. Так, отходите все, блин. Пока я еду, все разбегайтесь сразу. Куда ты в дерево припарковался? Ты что, гонишь, что ли? Давай. Отойди. Отойди, что ты мне снимаешь? Что ты на телефон еще снимает меня? Мне вот сюда надо. Все. Премиум Делюкс Моторс. Моторспорт. Короче, нормально. Ты расист? Чего? Вы меня уважаете, поэтому... Что, я араб? Так, ничего подобного. Нет, простой этот парень. Я так тобой горжусь. Неважно, забудь. Лады, что у тебя? Так, какой-то мальчишка уже просрочил платежи, причинит машине больше ущерба, и мы сможем выжить из него больше задолго. Короче, проценты, да? В общем, он хочет, чтобы я что-то сделал, короче, кто-то задолжал. Ага, машина внедорожник, парень какой-то, папенькин сынок, задолжал бабло. Только не горячись, постарайся вернуть машину в хорошем состоянии, ладно? Понял, не парься. Чай верну. Че, вопрос, что ли? Удачи тебе. Ты, ну дай я тогда хоть что-нибудь возьму, тачку другую, а? Давай возьмем. Я поеду на твоей. Бегудюшечка. Направляйтесь к дому, поехали, чё? Делов-то. Сейчас мы быстренько до дому. Эй, хорош, вы чё тут подрезаете? Если вам зеленый горит, чё, можно ездить, что ли? Нормально, нормально. Сейчас дорога-то вон долгая, поэтому надо ехать. Аккуратненько. Мужик, ты зря здесь по пешеходному ходил, блин. Кто? Кто входящий вызов? Что, передумал, когда услышал, что меня кинул? Ты работник забрал свой байк себе. В смысле забрал? Я ничего не забирал, ты что гонишь? Слушай, с Ламаром собираюсь его перевезти. А, да, конечно, забери у папенького сыночка в машину. Поговорим. Да. Сейчас заберу. Сейчас главное доехать. Ай, засмотрелся. Ну нормально, пока еще целая тачка. Ну а все равно мы сейчас пересядем, джипарик заберем у него, только надо доехать до его дома. Пацан дофига задолжал. Так, куда? Вы что тут среди пальм, блин, надо ездить аккуратно, ребята. Аккуратно, я мимо проскочил. Ох, ширкач какой на машине остался. Так, вот здесь где-то, во. Во, вот вход. Где звонок? Такой, да, тачку собрался
Не, надо аккуратно как-то проникнуть. Давай, залезай. А чё он не лезет-то, ё-моё? Ну-ка, подожди. Эй, ну звони тогда, чё? Как пройти? Чё делать? Ой, разлегся, ё-моё, вставай давай. А, во, ничего себе. Так. Проберитесь в дом. Ну, конечно, сейчас проберемся. Так, тихо, тихо пока. В режиме скрытности вы двигаетесь тише. Хорошо, давай потихоньку будем двигаться. Так, и чё? Чтобы добраться до открытого окна, залезьте на крышу машины, нажав квадрат. Ага. О, нифига, тут окно открыли. Для меня специально. Вырубите садовника. В смысле, а чё? А чё, вы меня не видите, да, что я тут хожу? Не тревожьте жителей. И как? И как мне их не тревожить? Надо как-то аккуратно, а если они меня заметят? А, нифига, нет, туда не ходить. Погоди, давай вниз тогда спустимся. О боже, мой брат такой... такой нехороший. Так, в режим скрытности войти. Все, я скрытный. Ой, что происходит? Настоящий профи, миссис Санта, настоящий профи. Хорошо, вы очень способная ученица, я теперь просто... А теперь просто разведите бедра. А, он ее учит, чё? Он ее учит в теннис играть, короче, прикинь. Кажется, я понимаю. Так, вы меня что, не видите, да? О, дверь открыта, погоди. Вон, кстати, тачка стоит, все, я в гараже. Ладно, пока ребята там занимаются теннисом, я поехал. Эй, ты, блин, слезь, куда ты залез? Бери тачку. Все, тачку доставить, машину в салон. Поехали, делов-то. Так, ну он говорил только ее не разбить. О, ворота даже сами открылись. Давай будем аккуратно ехать. Джипаричек-то нормальный такой. Так, Симон что-то звонит. Что ему надо? Я же еду к нему. А, это, hey, это я звоню ему. Ride, yeah, тачка у меня. Я смогу продать ее до конца рабочего дня. Да, давай, давай, сейчас я привезу ее уже тебе. Все, Симон, не переживай, все будет нормально. Поехали. Ай, блин, только надо... что за фигня? Это холодная пушка, полуавтоматический пистолет. Ты откуда взялся-то, ё-моё? Не оборачивайся, езжай, куда ехал. Эй, чувак, это же просто изъятие имущества из-за долгов. Парень не уплатил проценты. Вряд ли, ведь машина у сына только что появилась. Судя по твоей методике, мне кажется, что такое мошенничество с кредитами. Мошенничество? Не гони, чувак, это просто возврат имущества. Ты чё? Ценю парней, умеющих выполнять приказы, не навешивая... Так, может, когда-нибудь мы с тобой выпьем, я объясню, как устроен мир. И что же дает... дает квитанцию автодилер по имени Симон. А, это бизнес, ну, будем делать законно. Слушай, мужик, это дело касается только его и твоего сынка. Не волнуйся, мы с мистером Йетаном договоримся. Ага, Йетарианом. Симон Йетариан. А чё, поехали? Поехали, чё мы будем здесь стоять-то на красный, нафиг нам стоять, надо быстрее тачку доставить, пока мне не пристрелили тут. Ладно, убери пушку, чё ты... Поговори со мной нормально. Аккуратно ездите по городу, блин. Да? Вот так надо поворачивать. Всё, мы аккуратненько ездим, короче говоря, не нарывайтесь на нас никто. Здесь налево.
Налево, давай, 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 уже чуть-чуть осталось, сейчас. Пусть он разбирается сам с Симоном с этим. Мое дело маленькое, тачку всего лишь забрать было и пригнать ее. Хорошо, притормози у обочины. Давай, торможу. Здесь, да? Нам сюда. Вот приехали, чувак, ясно. Заезжай внутрь. Прямо через это сраное окно, да поживее. Иначе я всажу тебе пулю в лоб, да, и сам сяду за руль. Чувак, ты что, серьезно? Ты что, думаешь, я шучу? Ну, охренеть, а. Так, а куда? Сфокусировать камеру. А, моторспорт. Ну, поехали. Мы отсюда же как раз от Симона и уехали. Давай. Газку побольше. Так, а... стоп, 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 отвалите. Газку побольше в пол. Давай, в витрину въезжаем. Бамс. А, черт. Франклин, мать твою, что ты творишь? Мистер Симон, это не то, о чем вы думаете. Я всегда вознаграждаю за хорошую работу. О, вали отсюда, пацан. А ты сука, а? Побейте Симона. Так, как драться-то? Как драться-то? А, вот. Так, удерживайте, захватить цель. Нанести удар ногой. О, все. Узнаешь эту тачку, а? Как она на вид стоит? 5 кусков в месяц? А ты, расист гребаный. Бабамс! Стоила 5 кусков в месяц. Нужно сильно поработать над кузовом, чтобы она стоила 5 кусков в месяц. Чтобы увеличить силы, рукопашно занимайтесь спортом. А, надо спортом прокачиваться, короче, надо. Вломился в мой дом, не знаю. Что за чувак вломился в мой дом, не знаю. С повышением показателя силы повышается урон, наносите ближний бой, скорость движения по лестницам и живучесть. Кроме того, вы лучше справляетесь с нагрузкой в спортивных состязаниях. Не заставляй меня возвращаться, понял? Все. Супер. Актер разблокирован. Автосохранение. Так, сохранимся. Выполнено. Зашибись. Че, я теперь за этого чувака буду играть, да? Отлично. Все, ребята, всем спасибо. Увидимся в следующей серии. Будет вот эта серия чуть-чуть такая коротенькая. Все, подпишитесь на канал, поставьте лайк и смотрите дальше. Все, всем пока.